Есть такой юноша Альберт Кисаев, владелец контрольного пакета акций завода Дегтярев и завода Ковров. Ну, кому непонятно, это заводы, которые выпускают оружие, зенитки, автоматы, пулеметы Кормж. Этот человек имеет вот в городе Ковеле базу, которая торгует сигаретами. В какой, сука, нормальной стране это возможно? Фирма Мегаполис. Поэтому я так думаю, что мы здесь будем стоять, пока эта лавочка русская не прикроется. Можно считать, что мы имеем в центре Украины, да, Волынь — это центр Западной Украины. Я так считаю, по крайней мере. Оккупационный бизнес, который здесь для тебя процветает. Работать не будет, блокирует работу. Я вам причину назвал. Из-за того, что это... Вы же отлично понимаете, что человек, имеющий два завода выпуска России, иметь оптовые продукты, не должен на территории Украины. Ну, я понял. Завод Дегтярева, завод Коврова. Или если вы не знаете, как корт стреляет, то мы вас можем завести и послушать, если свистит уголовку. Я вас разумею. Ну, добро. Идемте. Нет, вот оно вопрос, могут люди пройти в офис? Конечно, могут. Потому что никто ничего не вывозит и не завозит. А где люди могут находиться, это шесть территорий. Тобто умова така, що ви людей пропускаєте, але конечно, не дозволяєте вивозити конечно, нічого? Конечно. Добрий ранок, ну, ви казали, що передасте, є якась реакція? Зачекайте, будь ласка, казали чуть-чуть пізніше, до вас вийде. Ми вважаємо, що це неправильна постановка питання і хочемо, щоб антимонопольний комітет на це обратив увагу і СБУ на це обратив увагу. Ми вважаємо неправильно, що чоловік, який випускає зенітки, кулемети, автомати, із яких по нам стріляють на восток, на нашій території робить свій бізнес. Ви ж бачите, які машинки? Ось такі от машини. Такие склады пошли по всей Западной Украине. Ни одна украинская фирма не имеет напрямую договоров с Филипп Моррис. Все идет через фирму Мегаполис. Мы считаем, что это неправильно. Будем здесь находиться, пока наша власть не обратит на это внимание и не начнет принимать меры. Фирма Мегаполис должна покинуть территорию Украины. Их нужно внести, так как и Януковича, в санкционный список. И сколько вы тут часу будете? Пока, думаю, что пока власть не начнет принимать какие-то действенные меры. Если мы увидим, что власть не принимает меры, мы начнем их принимать сами.